Всем привет! Прежде чем начать, хочу еще раз поздравить победителей новогоднего розыгрыша, пацанов, которые выиграли эти замечательные ауги, и напомнить, что сейчас на канале у меня проходит воскресный розыгрыш, который состоится 3 января, это значит уже в это воскресенье. И чтобы принять участие, нужно быть подписчиком канала, поставить лайк там под видео, которое будет по ссылке, и написать комментарий из 5 слов. Вот. Ну, все это будет перечислено в описании под видео, поэтому смысла повторяться нет. Ну, а я начинаю открывать кейсы, продолжать. Еще какой там день уже? Челленджа. Перчи с 40 рублей. Перчи у меня, в принципе, уже появились. Благодаря изидропу. Вчера все-таки мне он дал. Перчатки дал. Ну, помимо перчатки, еще там кое-что дал, да? То есть, в принципе, я весь деп свой купил. Вот, теперь пробовать будем здесь. Теперь пробуем перчи сделать здесь. Скины мне в очередной раз поддержка вернула. Давай, стратегия такая же. Открываем сильвера. Владислав, ну что, сегодня у нас пятая битва. Пятый выпуск нашей битвы. Посмотрим, сколько мне в пятом выпуске вылезет. Ты у меня ответил только на первую. Еще 4 ответа, а там уже будем смотреть... А там уже будем смотреть, что да как. Все, так. Ой, сейчас чуть, блядь, автоматически не нажал продать. Все, ёб твою ж дивизию. Главное это, не нажать автоматически. Ой-ой-ой, за 300-ки-то я ж не продаю. Кто там? У Владислава случится... инфаркт миокарда, когда увидит такое количество денег у меня на балансе. Ну чё, давай зелень. Порадуй. Порадуй пенни, зелень. Что ты, сколько ты стоишь? Послание коринфянам. Ну, ладно, давай продадим. Зелень на 60 дал. Чё да с красный? Красный, мне нужно минимум на 200-ки скин. Нет, это на 70, да, по-моему? На 95. А, ну ладно, красный на 95 дал. Ну чё, по возрасту... Желтого нету. Самого дающего и нету. Ну, давай смотрим, что ты дашь. В принципе, он что-то вроде как... Заебись. Заебись, а. Я там хотел в рифму кое-что сказать про писю там, да? Но не буду, не буду. Потому что меня может смотреть несовершенно летняя аудитория. Так, давай мы тогда... Амонг откроем. 194 это. За. Блять. Так, все, пацаны, я собрался. Да, Не, это не серьезно. Ты что мне даешь тут? Ты мне дай нормально. Слушай, а может мы попробуем такую же херню сделать, как в прошлый раз? У меня сейчас есть 139 рублей, 300-ки я уже один скин поднял. Давай мы попробуем сейчас, знаешь что? Ну как в прошлый раз я там. 10 раз открытие на лоу проценте что-нибудь зайдет, не зайдет. Давай по-бырому откроем. По-бырому откроем. И посмотрим. А, кстати, это, Лезе, я твой видос заценил, ну ты вообще кросс, я тебя поздравляю, с твоим там... Хера себе, слушай, прям так нападало, то там прям охренительно, да, скинулся, 18, 18, 12, 18, там 7, так, а сколько у меня сейчас, 9.81. Ну, 10 скинов есть. 10 скинов есть. Давай тогда мы летим в апгрейды. Я, кстати, знаете, что, когда смотрел, пересматривал свой видос по апгрейдам, где заходили, я понял, что у меня где-то апгрейд зашел на 1%. То есть, который на 300 рублей пистолет крафтил, на 1% зашел. То есть, если это значит, что если бы я крафтил на 3 косаря, то зашло бы 3 косаря, поняли? Я это потом только сообразил. Ну да, хер с ним. Так, что, давай на полтишок. Не будем жадничать, да? На полтишок тебя вот каркас 2% ты. Давай посмотрим.
Раз. Что там, видос? 5 минут пишется. Короче, я пока... Ну, тут видно, что не заходит, да? Точно не заходишь? Не заходишь. Хорошо. Тебя вот так. А ты что, замуж зайдешь? Нет, не захотел, да? То есть противный. Ну, какой ты противный. Не захотел заходить. 50. И ты не хочешь, да, заходить? Ну, ты тоже не хочешь. Так, теперь мы сейчас бахнем на сатен. На сатен. Давай тебя... Что, блядь, началось деревня утро. Гуси шли на водопой. Ну, это, по-моему, балабас, да? Балабас. Но если балабас, значит, мы пробуем еще. Зайди. Нет, не хочешь, да? Ну, мог резко тут затормозить. Нет, не хочешь. Так, ты у нас... Насколько тебя бы тут бахнуть? Так, 120. Че, давай на 200. Мне ж надо 200. Ну, и вот это вот все попробуем на 200, да? Вот на 200 мы тебя и попробуем. Дуал берет и подрыв, шмадрыв. Давай вот тебя вот. Один. Горелка теклу. Посмотрим. 4. 5. Все, 5. Ну, походу, ничего не зашло, да? Ничего никогда, увы, ничего не зашло. Ну и ладно. Ну и 10, 70, 11. Что-то накидало мне там, да? Вот. Блин, сколько я сегодня выбил-то, получается? Вот эта херня за 368 и теми, да? Блять, сколько же я теми-то? Надо посчитать, сколько я выбил, чтобы у Владислава была точная цифра. Чтобы он знал. Рубль, 18, вот, короче, вот здесь вот 20. Еще 18, 38. 50, 68. 75, 76, 77. 70, а нет, 82, 100, 100, да, 100 и 368. Короче, Влад, сейчас я сегодня выбил 468 рублей. Запомни эту цифру, 468 рублей. Вот, поэтому я жду от тебя твои ответки, то есть тебе нужно сейчас записать 4 выпуска. И после мы подводим итоги, кто же из нас стал победителем нашего соревнования. То есть у меня сейчас есть 6 скинов, и еще осталось 4 скинчика мне выбить. В принципе, все норм, все топ. Блять, а может еще рублей 160 депнуть и посмотреть, что выпадет? Да нахуй. Я, короче, это уставший, спать охота. Ничего не буду депать. Вот, 40 рублей и выпало. В принципе, x10 сделал, то есть и того отлично. Все, ребята, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии и обязательно принимайте участие в еженедельном воскресном розыгрыше. Всем пока, до новых встреч.